Всем привет, с вами Зяблик, и это подкаст по поводу Rail Quest'а и того, что мы не снимаем за основ, которые сейчас большого уровня, потому что сейчас вы узнаете. Ведь всем же нравится гринд! Да вы посмотрите, как это интересно! Как мы бьем монстров! Как они подыхают! Это же так интересно! Посмотрите, как у него быстро сносятся хитпоинты! Да, вот вы теперь поняли, почему мы не хотим снимать за основ, хоть вы допроситесь, мы все равно за них снимать не будем. Потому что я не думаю, что людям будет интересно смотреть, как мы просто стоим вот и бьем, потому что... Я сейчас специально открою карту и покажу вам. Заданий... Блин, открывайся. Открывайся, вот, все. Заданий на этом уровне почти интересных нету. Кстати, мне нужно святой источник сдать. Там 83 тысячи оф дают. А почему нам это интересно? Что нам? Я не знаю, но смотреть на видео это неинтересно. Ну, да. По идее, тут квестов не таких нету. Сами вот квесты, посмотрите, набить мобов. Набить. Частицы тьмы. Жало скорпионов. Найти. Ну это ладно. Нож. Война пауков. Тоже набить лапы. Это вообще не то. Это не то. Вот, тут тоже набить. Это вообще не то. И это на... Квестов интересных, которые можно было бы снять, очень мало. Эти люди страдают, потому что вы просите снимать нас, Royal Quest, на основах. Подумайте о них. Спасите их.